Динамо-Минск. Редкий в это время года в Ташкенте дождь в какой-то степени повлиял на результат встречи. Оба мяча были забиты после грубых ошибок вратарей. Тут сказалось и сырое поле, и скользкий мяч. Минские динамовцы, успешно выступающие в чемпионате страны в последних матчах, с первых минут стали атаковать. Наверное, это был сюрприз для хозяев поля. Они неудачно оборонялись и уже на 8-й минуте пропустили мяч в собственный ворот. Антонович хорошо сыграл, ударил головой, низом, но, безусловно, и ошибка вратаря Перескокова. Мяч юркнул под рукой, под вратарем и вкатился в сетку ворот. Потом дождь перестал, но поле было сырое и ошибок было немало. Хозяева поля, ташкентские футболисты, которых теперь возглавляет новый тренер Инаятов, вы его видели, он сейчас был перед вами. Много трудились для того, чтобы отыграться. Были у них возможности для взятия ворот. С близкого расстояния, с дальнего били. Но Курбыка действовал отлично. До 49-й минуты. Вот на 49-й минуте и ему пришлось вынуть мяч из сетки ворот. Здесь он отбил мяч. А потом уже добивал мяч в сетку ворот Шквырин. Лучший снайпер команды, на счету которого теперь уже 11 мячей. Он почти догнал лидера среди лучших бомбардиров Колыванова. На счету Колыванова 12 мячей. 1-1 в этой встрече. 1-1, несмотря на то, что в конце игры Пахтакор мог заработать и 2 очка.